Выездное совещание Ассоциации Олонхо провели в Амгинском Улусе, и мероприятие стало частью подготовки к эсэхо Олонхо в районе. В целом, в Амгинском Улусе подготовку к празднику начали с прошлого года. Так, ранее проведены мастер-классы по шитью традиционной якутской одежды, конской упряжи, мастер-классы по различным направлениям фольклора. В этом выездном мероприятии Ассоциация Олонхо акцент сделан на организационные вопросы. Приехали более 20 членов ассоциации, провели мастер-классы, очень продуктивно провели беседы по педагогике Олонхо, по подготовке к эсэхо Олонхо и по книгоизданию, какие мы должны Олонхо, какие мы должны книги выпустить к 2024 году. И в конце дня со всеми участниками, это у нас очень много сегодня, около 100 участников, приехали из наших всех наследников нашего Амгинского района, мы приняли резолюцию и наметили планы, прямо дорожную карту подготовки к эсэхо Олонхо в 2024 году.